предложение только сегодняшнего дня. Это сапоги Тилда от бренда Вилмор именно сегодня, когда мы уже готовимся к холодам, которые будут, кстати, самая холодная зима за 100 лет ожидается именно в этом году, говорит Гидромедцентр. Но при этом мы к ней готовы, потому что у нас есть сапоги до минус 30, теплые, высокие, а самое главное, безопасная походка от бренда Вилмор. Действительно, безопасно, Лен. Я сижу, думаю, боже, куда еще холоднее. В прошлом году было минус 28, то есть готовимся действительно. Готовимся мы с вами с брендом Вилмор. Это высокие сапоги, которые будут согревать ваши ножки. Посмотрите, действительно, натуральный спилок, потрясающая бархатистая фактура. Есть эластичные подстройки в районе голенища. Посмотрите, как они у нас работают. Вот такая подстрочка. Ну и, конечно, обращаем сразу внимание, что нас будет утеплять внутри. А внутри у нас с вами натуральная шерсть, причем полностью по всей площади этих сапог. Обратите внимание, что минус 30 градусов выдерживает температурный режим эти сапоги. То есть мы понимаем, что никакая зима нам не страшна. Точно. Мы ждем ее и уже абсолютно вооруженные. Конечно же, прекрасно, что для нашей зимы нам пригодится такая подошва, как танкетка, потому что это идеальный вариант для зимнего периода времени. Почему? Потому что абсолютно безопасно, потому что прекрасно поддерживает свод стопы, прекрасно распределяет всю нагрузку вашего тела. Здесь у нас дополнительная пяточная приподнятость 3-4 сантиметра, да? Ну и, конечно же, безопасный рисунок протектора. Так, мои хорошие, давайте сразу уже встречать цвета, тем более, что, смотрите, у нас два черных цвета, только фактура разная. Натуральный спилок, очень приятная бархатистая фактура, и натуральная кожа. Есть еще один цвет, коричневый, я правильно понимаю? Серый. Да? То есть уточняем у оператора колл-центра, да, к сожалению, его нет больше, да, закончился он у нас уже. То есть выбираем четко из черной палитры. Внимание! От 36 до 41 размера, буквально два слова, но я хочу сказать, что сапоги Тилда еще 29 августа были в нашем прямом эфире, были раскуплены за 3 минуты более 280 пар. Поэтому сейчас теплая зима, комфортная, а самое главное, вы знаете, что безопасно всегда можно вернуть или поменять товар в течение 30 дней. Поэтому делайте заказы, пока есть возможность. Свет, как выбираем размер? Вот специально обула для себя эти сапоги, для того, чтобы понять, как же правильно нам приобретать размер. Я сразу хочу отметить бренд Вилмор. Мы в этом случае берем для себя размер в размер. Действительно, очень удобная анатомическая колодка. Настолько приятная. Ты знаешь, я прям с огромным удовольствием. Я отмечу, здесь у нас еще увеличенная 8-я полнота, за счет чего, ну, садятся идеально, причем подстроиться по любой анатомии вашей стопы. Присоединюсь сейчас к нашей Дарье для того, чтобы как раз вам продемонстрировать две модификации у этих сапог. Посмотрите, на Даше у нас натуральная лицевая кожа, я выбрала для себя натуральный спилок. Обратите внимание, кстати, сразу хочу сказать на объемы ножек, да, вот у Даши ножки по объемнее, у меня совсем худенькие, но тем не менее по ноге садятся и в том, и в другом случае. За счет чего? За счет того, что у нас в задней части голенища есть эластичная подстройка. Посмотрите, как это работает. Сколько здесь можно дополнительного пространства добавить, да? Мы понимаем, что мы можем заправить сюда штанишки. Конечно же, будут согревать нас минус 30 градусов. Итак, еще раз напомню, что наши сапоги бренда Вилмор сегодня менее 6,5 тысяч рублей. Стоили они 9600 рублей. Смотрите, я надела, мне нравится, что они в меру высокие, они под коленкой, а значит, вот если выше колена, возле коленочки уже, часто сапожки бывают не застегиваются. Смотрите, мне нравится, насколько они идеально здесь сидят. И у меня в жизни, знаете, какая история была, когда ножки налились и не застегивались сапоги, я их снизила вот так вот, да, застегнула, наверх надела, и буквально через час-полтора я чувствую, что у меня ногу начинает сводить. Я смотрю на ногу, судорога. А у меня, да, ты знаешь, как вот, то есть она припухла даже, я кровообращение остановила. Все понятно, потому что я у тебя понимаю, перекрылась. Что у меня ноги уже, да, то есть вот как колодки налились, я думаю, ну надо же, то есть что значит не просто качественная обувь? А когда вам должно быть комфортно, чтобы они застегивались? Обязательно условия. Ни в коем случае нельзя не пережимать свои пальчики. Обязательно нужно выбирать для себя обувь
правильного размера. Причем я хочу сказать, именно для этого здесь в наших сапогах у нас сделана специальная эластичная вставка для того, чтобы они подстроились по вашей ножке. Ну и, конечно же, они должны максимально согревать ваши ноги. Сапоги женские Тилда от бренда Вилмар у нас полностью выполнены из натуральной шерсти внутри. То есть по всей площади будут вас согревать. Посмотрите на плотность этой натуральной шерсти. Мне очень нравится это предложение, потому что минус 30 градусов, это, конечно, невероятный температурный режим. Итак, что же нам дает натуральная шерсть? Конечно, абсолютное сухое тепло. Мы прекрасно понимаем, что у нас идеальная микроциркуляция крови, то есть ножки не замерзают. У нас никакого парникового эффекта за счет того, что ножка не потеет. Действительно комфортно, удобно. Овечья шерсть обладает высокой теплоизоляцией, прекрасно впитывает излишнюю влагу. Суровые морозы, даже минус 30, справляется легко. Ну и, конечно, шерсть улучшает кровообращение за счет того, что обеспечивает микромассаж вашим ножкам. И не забываем, что есть еще содержание ланолина, которое заботится о ваших пяточках, заботится о вашем здоровье, увлажняет ваши ножки. Бренд Вилмар заботится о вас, и телеканал Shop & Show заботится о вашем семейном бюджете. Они недорогие для сапог, потому что цена их была 9600. Стоит сейчас менее 6500 рублей. Они идеально сидят на ножке, у них хорошая высота, они отлично, посмотрите, будут сидеть, при этом я надеваю сейчас на джинсы, вы можете носить и с капроновыми колготками на работу, и с джинсами вот так, и даже с дутыми сапогами, это важно. Вы будете гулять, вам будет комфортно, вам будет тепло, не дай бог, мы с вами знаем еще раз, да, самая холодная зима ожидается, то есть вы будете в порядке, никаких тонзиллитов, никаких ангин, не дай бог, потому что стоит ноги тут же замочить, да, или ноги у нас замерзли, нам уже очень холодно. Но что хочу сказать, Свет, я про безопасность, танкетка, ее преимущество расскажи, пожалуйста. Альтернатива прекрасная каблуку, потому что мы не можем позволить себе каблуки в зимний период времени, все-таки действительно нам важно чувствовать себя максимально безопасно, и танкетка обеспечивает нам эту безопасность. Почему? Потому что полностью контактирует у нас поверхностью земли, естественно, согревает от холода земли за счет того, что пяточная приподнятость у нас 4,5 сантиметра. Идеальный вариант, потому что разгружает всю нагрузку вашего тела по всей площади. Это просто уникальное предложение от бренда Вилмар. Итак, уникальное предложение. Полностью теплая зима до минус 30, только натуральные материалы, черные кожи, черный спилок, бренд Вилмар и бесплатная доставка только сегодня.